Сам записывай эту флешку. Новая серия флешки. Я никак его не могу заставить запиши сам. Пантелей. Я не могу, ребят, вы понимаете, до чего меня довел этот подписчик. Я не могу спать. 2 часа ночи. Сейчас 2 часа ночи, я записываю этот ролик 2 часа ночи. Потому что я проснулся посередине ночи с кошмарами. У меня мысли про то, что сейчас кто-то заберется ко мне в квартиру и просто перережет глотку Пантелею. Моему коню, преданному, моему другу. И все из-за нее. Именно из-за нее. Не за кого-то еще, а именно из-за нее. И ты знаешь, что это такое. Если ты подписан на мой канал, ты знаешь, что это за дьявольское оружие сатаны. Ты знаешь, что в ней скрывается. Ты знаешь, как она внедрилась в нашу жизнь. И ты знаешь то, что она может закончить эту жизнь в любой момент. Все это мы прекрасно знаем. Но самое печальное то, что мы никак от нее не можем избавиться. Если я ее захочу выкинуть, она вернется еще более устрашающими вещами. Поэтому мне больше ничего не остается, как жить с надеждой, то, что рано или поздно я смогу засунуть эту флешку глубоко в сраку тому подписчику, который мне ее подсунул. Но пока я, к сожалению, могу ее засунуть только в разъем для USB 3.0 в свой компьютер. Туда мы прямо сейчас ее и засунем. Но я буду представлять, что это твоя срака, подписчик! Кто мне ее подсунул? Я вставляю. Я вот так тоже тебе вставлю. Вот. Только я ее вставил с вазелином, а тебе, к сожалению, без вазелина. Если ты понимаешь, о чем я. Ой, я тебя найду. Нажми или капут. Быстро установил и прошел. Ты смотри, как эта пердолина раскомандовалась. Вы понимаете, к чему я пришел? У меня такой вывод, то что как только я начинаю смотреть эти ролики, в следующей серии появляется новый ролик. Поэтому я его пока не буду смотреть, пока этот Чуркистан Петрович угрожает мне и заставляет меня сначала проходить карты, а потом уже всякие различные видосики смотреть. Поэтому давайте я сначала установлю вот эту карту, попью валерьяночку, опять примерно 400 грамм валерьянки, я хлебаю ее каждый вечер, каждый день, каждое утро, каждый обед. На протяжении 24 часов, литрами. Ну, вы видите, какой я спокойный прямо сейчас, потому что я сегодня уже выпил 2,5 литра валерьянки. Я жив-здоров, все нормально. Опа, единорог пробежал. Здорово, Петя, нормально. Да не, никуда я не пойду, я сейчас ролик буду записывать. Давай, я твоей маме привет передам, все нормально. В принципе, как вы видите, со мной все в порядке. Опа, ракета упала, нормально. Ох, ладно, нам предстоит пройти очередную карту подписчика. Но я в первую очередь хочу попросить тебя, и точнее спросить, хочешь ли ты новую серию флешки? Не хочешь ли ты быть срокотанцей? Не хочешь, чтобы все в твоем классе в школе называли тебя этой самой срокотанцей? И хочешь ли ты быть моим преданным подписчиком? Влепи лайкокос! Прямо сейчас! Не кокос, а лайкокос, такой огромный пеликос! И если мы в эту же секунду наберем 30 тысяч лайков, я обещаю то, что я сразу же выпущу продолжение. Поэтому, когда выйдет новая серия флешки, напрямую зависит только и только от тебя. Ты сейчас на меня смотришь. Я не разговариваю с твоими родителями. Я разговариваю именно с тобой. Поставь лайкусик, прямо сейчас набираем 30 тысяч лайков, и сразу же выйдет новая серия. Ох, ладно, давайте зайдем и посмотрим, что он мне там настроил опять. Очередная карта. Очередные дьявольские испытания. Просто посмотри, что там. Нажми на кнопку и посмотри. Ты бы лучше в школу пошел и поучил бы грамматику. И спросил бы учительницы русского языка, как правильно составлять приложение. А потом бы мне указывал, посмотри, что там, где дна. На, посмотри, просто там, будулай. Ты будулай! Зря тебя так родители не... А откуда я знаю? Может, у тебя имя реально Будула? Я даже не знаю, кто это. Так. Подождите, что он сказал? Посмотреть, нажми на какую-то кнопку. Окей, там есть какая-то кнопка, на которую мне нужно посмотреть. И нажать, как я понял. Это ключевое задание этой карты, как я понимаю. А вдруг это не лава?
это же троллинг. Это же троллинг подписчик, он меня троллит. Вдруг это не лава, вдруг это фейковая лава. Я сейчас прыгну в неё, и под ней будет та самая кнопка или какой-то сундук, который откроет мне там специальный проход. Не, к сожалению, так не работает. Окей, вода, что в воде? Картины какие-то. Так, а чё, сундук какой-то. Твою мать! А чё там? Окей. Ладно, ладно, там что-то было, но я не успел посмотреть. Давай. Ты чё, изди... Я хотел туда... Иди, сгинь, нечистая сила, и палки эти себе в ухо засунь. Я хотел туда прыгнуть, такой назад разбегаюсь, чтобы... Разгон как раз таки. О, да, спасибо. Здесь у нас снег идет, здесь у нас дождь идет, здесь у нас лава, здесь у нас вода, которая убивает. Быстро! Да иди сюда! Да, твою ж там. Вот, иди. Да. Быстро, 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 быстро. Ты писюн. Ты... Я писюн, значит. Если я писюн, то я тебе сейчас в рот залезу. Рифмы панчи, рифмы панчи, понял, 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 что я имею в виду, я писюн, значит, вроде, нет, никто не понял, неважно. Так, окей, куда я еще могу пойти, что я могу посмотреть, и что самое главное, что здесь есть еще на этой карте? Люк. Ну ладно, давайте посмотрим. Да твою мать, я не смогу вылезти обратно, нет! Матерь твою... Это самая мучительная смерть, которую я когда-либо видел. Вы только посмотрите, как он быстро идет. Посмотрите на его ноги. Чувак, ты очень быстрый. Выпусти меня, пожалуйста, отсюда, подписчик-извращенец! Какой стиф... Извините, я так не могу. Нет, я сам, до свидания, Стефан, у нас с тобой было хорошее времяпровождение примерно полтора года назад, больше его не будет, пошел сраку, куда я еще могу пойти и что эти картины делают, у меня вот такой вопрос, я могу сюда как-то забраться, чё за фигня? Так, здесь какие-то другие осколки летят из этих блоков. А чё я сразу не заметил? Видите то, что тут есть какой-то специальный квадрат? Он очень даже выделяется. Что я сразу его не заметил? То, что здесь машины есть. Окей, то есть я сейчас на машине смогу перепрыгнуть вот туда, как я понимаю. И там что-то будет находиться. Хорошо, 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 прогресс есть. Садимся в машину и сваливаем отсюда. Да, сядь ты уже! Да чё за хрень? Сядь в машину, мать твою! Алло, алло, алло! Ты чё хит... Прием! Космос! Гагарин! Чё сесть? Ладно, ладно, будем вот так. Ага, ага. Бензина нет. Ладно, хорошо. Сейчас найдем бензин тогда. Где я могу найти бензин? Машина не едет, машина вообще ни хрена не делает. Где я могу найти... Да. Ну что, подписчик, я тебя сам затроллю в этой серии. Да как мне сюда запрыгнуть? Вот. Бензин! Бензин, 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 бензин. А я сюда могу как раз запрыгнуть? Да, было бы все так просто, если бы тут невидимый блок не стоял надо мной. Хорошо, есть бензин, есть машина, есть бензин, есть машина. Идем сюда, заправляем нашу махину и свариваем отсюда как можно скорее. Перепрыгиваем через все вот это. Быстро, твою матюшку, где я? Ребят, у меня тут небольшие проблемы. Где я нахожусь? У меня такой вопрос. Подождите, вот, все быстро, все нормально, все нормально, все нормально. Стой, стоять, стоямба, где я нахожусь? Почему в Майкаре до сих пор не могу сделать нормальное управление? Стоять! Я разгон не набрал! Сейчас все будет, пацантры и пацанессы. Да я не могу даже нормально посмотреть, где я нахожусь, потому что машина неуправляемая какая-то. Все, погнали! Ни хрена никуда не погнали! А я там видел, что стоял какой-то стул. Но я не могу на машине туда перепрыгнуть, потому что я проваливаюсь. А чё с этой машиной? Что за тачка сатаны? Почему я... Да дай... Я вообще не могу сесть ни в одну машину. Что это за дичь? Чё? Меня плющит или что? Не могу понять. А, всё, сломал. Самый...
действенный способ что-то починить в вашей жизни. Просто сказать: и как видели, сразу машина починилась. Слушайте, я не знал то, что так работает. В следующий раз, когда у меня комп начнет лагать, я буду орать на него. И я буду надеяться, что он починится. Хорошо, все, успокойся! Дьявольская машина, развернись, подойди в ту сторону! Тарантайка фальшивая! Все. Вот. Нормально. Ни хрена не нормально в этой жизни. Ничего в этой жизни нормально не бывает. Стоять! Вот, пожалуйста, уберите эти моды из Майнкрафта. На них. Ну как? Как я должен управлять? Как? Чё, куда? Давай воду! Да. В дерево, да, давай! Да куда? Куда? Назад! Где я? Мать твою. Где я? Что? Куда? Дура, Монда проклятая! Что ты делаешь? Вернись! Верну, малать, спасибо. Ты не машина! Ты адское отродье! Всё. Я ж монитор весь обплевал. Да я не смог нажать на этот сраный стул! Что он вообще делает? Как я ненавижу эти машины. Пожалуйста, иди сюда, дай мне машину. Да чё ж опять ты опять лагаешь? То есть мне нужно опять на тебя наорать, да, как я понимаю? Прекрасно. Окей. Все сработало, все зашибись. У меня еще две попытки. Окей, я надеюсь, я их не простру. А почему я так сразу и начали не сделал? Просто сломал машину, а я надеюсь, я не читерю, потому что если я читерю, он просто мне глаза выклеит. Не, все нормально, я не читерю. Все нормально. Да! Сел на стул! Молодец! Жизнь удалась! Только что мне делать дальше? У меня такой вопрос. Подождите, а может машиной нужно просто отсюда прыгнуть и завернуть вот туда под низ? Я помню, я давно в троллинге делал такие испытания. Или сатист. Ладно, ничего страшного, у меня есть еще одна попытка. Хорошо, сейчас все протестирую, сейчас все будет, без проблем. Садимся сюда, заправляем машину, включаем F5, потому что так удобнее, и валим, наваливаем боком. Подождите, там что-то было! Там, видели золотые блоки? Видели алмазные блоки, и там какой-то стул был, еще один, или мне показалось? Вот! Так! Сейчас я туда сяду, сейчас все будет, просто с разбега нужно нормально прыгнуть. Вот! Да! Я могу нажать... слушайте, не человек, а просто жопа! Да как мне нажать на этот стул? А зачем я это все изначально проходил, если я просто мог найти этот стул? Вот! Так, кнопка! Нажми на меня. Чё-то я сомневаюсь, что это хорошая идея, мне кажется, он меня еще раз затроллит. Если ты нажмешь на кнопку, я отстану от тебя. Ой, я отстану от тебя. Честно. Удалю флешку. Если я нажму на эту кнопку, он от меня отстанет. Да ну нафиг, неужели? То есть ему самому надоело меня троллить. Ребят, поставьте лайкусик, пожалуйста, прямо сейчас на эту серию. Я нажимаю на кнопку и все. Окей. Раз. Два. Три!